спасибо, дорогая, за сына. Теперь нам с тобой надо будет поставить его на очередь в детский сад. Я эти заботы беру на себя. Папа наш такой умный. Дорогая, нашего малыша уже поставили на очередь. И для этого мне даже не пришлось выходить из дома. 67.госуслуги.ру. Сайт государственных услуг Смоленской области. Не теряйте время. Оформляйте документы, не выходя из дома.